жизни без друга никуда. Разделить хлеб-соль или последние новости. На вечерней кухне или в рабочий полдень. Тем не менее, коллегиальное братство в России – редкость. Менее 15% компаний пользуются программой «Приведи друга». Очевидно, что дружный коллектив – это хорошо. Правда, не всем эффективно удается работать с родственниками или друзьями. «Приведи в компанию друга» – в эфире полезная для трудоустройства программа «Работа.ру». Рекомендательный рекрутинг – наиболее простой способ набора сотрудников. По цепочке. Друг приводит друга или родственника. Если мы говорим о крупной компании, то это очень хорошо. Когда вы родственника приглашаете, вы обозначаете конкретно то место и роль его в этой компании, которую вы, в принципе, уже сами знаете. Знаете, развита ли эта компания, на каком она положении находится, на каком она уровне находится. А самое главное, вы передаете с собой корпоративную культуру компании, и человек быстрее адаптируется к условиям труда в этой компании и более успешен. К тому же адаптационный период у него крайне маленький, поскольку родственники или друзья его поддерживают в этот период. Ни одно кадровое агентство не знает наверняка, какой кандидат нужен компании и насколько подойдет тот или иной соискатель. Друзей мы знаем лучше. Впрочем, не стоит забывать о народной мудрости. Дружба дружбой, а табачок, в смысле копеечка, врозь. Начинать можно с друзьями. Единственное, только надо распределить зоны ответственности, кто за какие вопросы отвечает. Это первое. И второе, понять, у кого всех лучше получается ту или иную компетенцию развивать в вашей компании. Я, например, на своем примере первые свои компании создавал именно в кругу своих друзей. У нас была общая идея, я был организатором, я был лидером и распределял задачи. Ну, мне очень понравился в этом плане пример фильма «Социальная сеть», когда Марк Цукерберг ходил и говорил: «Тебе столько процентов, тебе столько процентов», все, и ребята работали, и не надо было никаких, в принципе, договоров, и все. То есть устная договоренность уже служила стимулом для того, чтобы профессионально выполнять свои обязанности. И все же рекомендательный набор не панацея от проблем. Многие стараются вовсе не работать с друзьями и родственниками, мол, дружба дороже. На конференции «Игры и битвы HR-ов» Владимир Якуба с помощью мобильных технологий демонстрировал нижегородцам свой рекрутинговый формат. Прямо во время конференции Владимир Якуба узнавал мобильные телефоны и звонил реальным работодателям. Мы в кулуарах тоже выяснили его телефон и сейчас позвоним, чтобы узнать, можно ли пригласить на работу друга. Алло? Здравствуйте, Владимир. Скажите, а можно ли пригласить друга на работу по телефону? Конечно, друга можно приглашать по телефону, это правильно. Но лучше, безусловно, встречаться после того, как предварительный телефонный разговор произошел. Даже крупные компании, которые находятся в разных регионах, в Владивостоке, в Москве, в Питере, стремятся какие-то ключевые моменты обсуждать лично. Поэтому да, звоните, приглашайте, обсуждайте, но б, какие-то конкретные вещи, в том числе и деньги, и цифры, лучше говорить всегда лично. Спасибо, до свидания. Пожалуйста, обращайтесь, если что. Работодателей, выбирающих подобный инструмент рекрутинга, все больше. Насколько эффективен рекомендательный рекрутинг, об этом в рубрике «Карьерный консультант». Рекомендательный рекрутинг или помощь своей компании в том, чтобы приводить друзей, эффективен и даже сверхэффективен по трем причинам. Первое. Когда я прошу вас пригласить друга, то хотите, не хотите, на вас ложится ответственность за то, что этот друг будет корректен, достоин, правильно будет работать. И если вдруг он, простите, накосячит, то я буду спрашивать, а он исчезнет. Я буду спрашивать с вас. Морально, конечно же, но все же. Второе. Вы лучше всех знаете требования компании. Вы действительно знаете, как замотивировать. Вы знаете, чем зацепить. А у нас это витаминный день. А у нас такой корпоратив был в клубе. Вы это в эмоциях по-настоящему рассказываете. Ну и третье, самое важное. Если система рекомендательного рекрутинга в компании поставлена на поток, то я, как руководитель компании, даю вам возможность зарабатывать. Вы получите 1000 рублей за вознаграждение, как вознаграждение, за то, что привели достойного друга. Работа, основанная на крепкой духовной связи, невероятно эффективна. Тому доказательство – повсеместный успех семейного бизнеса. Так что игнорировать приемы рекомендательного рекрутинга недальновидно, но и набирать исключительно друзей – значит завалить работу. Истина где-то посередине. И еще. Специалисты по рекрутингу настаивают, чтобы приглашение на работу было броским. С вами была Татьяна Курагина. Встретимся на портале Работа.ру.